Так, ну вот, ребят, всем привет. Обвязка собрана. Утепление здесь будет 150 миллиметров. Лаги мы поставили через 57 сантиметров. Это чтобы также утеплитель разделить пополам рулонный вдоль. И то есть без всяких перехлестов он ляжет. Вот этого края стены до того. Черновой пол плотно ложить не надо, так как доска естественной влажности, пускай он лучше просыхает, так сказать, вентилируется. Вот здесь стропилинка одна, шаблон лежит, стропила. Вот здесь часть стропил собрана, сейчас будем дальше собирать. Так, ну вот, ребят, начали собирать сруб, положили 4 венца. Стропила собраны, лежат. Сруб собирается точно так же в теплый угол. Это соединение угла так называется. Это вот мама, я вам объяснял на предыдущем объекте. Вот это то, что вставляется, это папа. Сборка здесь на деревянные нагеля. То есть сверлится отверстие и забивается деревянный нагель. Заранее в стенах выпиливается вот такое соединение, называется пол ласточкиного хвоста. Сюда потом в дальнейшем будет вставляться перегородка внутренняя, и то есть это соединение будет очень крепкое, надежное. То есть перегородка будет держать основную стену.